В Мурманске состоится всероссийский пленэр художников Северо-Запада России «Земля Кольская в произведениях художников». Мероприятие начнется 25 июля, завершится 6 августа. В нем примут участие 24 живописца из Вологды, Череповца, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Пскова, Калининграда и других городов. Наш регион представит 4 известных мастера – Александр Феофилактов, Раиса Чебатурина, Максим Драницын и Анастасия Федотова. Почти 2 недели художники будут работать в окрестностях Мурманска и Териберки. А итоги представят 5 августа на выставке в областном художественном музее. Кстати, согласно регламенту, по одной работе, сделанной во время пребывания в Мурманской области, участники передадут в его фонд.